Расхожие слова «как быстро летит время» становятся особенно отчетливо понятны, когда ты смотришь фотографии или видео. Тебе-то кажется, что все это было буквально вчера, а прошли годы. Вот этим кадром более 10 лет. Это «Стриж-песок» — рыболовецкая бригада Парабельского рыбозавода. А этот колоритный мужик — ее бригадир Андрей Георгиевич Михеев. В Парабеле родился, вырос и живет. У меня здесь дед похоронен, отец похоронен, мать похоронена. Говорят, плохая эта земля, где не живут внуки, но где жили ты. С тех самых пор, когда были отсняты эти кадры, мы очень хотели вплотную познакомиться с ним и его коллегами по работе, но как-то все не складывалось. Скорее всего, потому, что я сам не хотел ехать к Георгиевичу летом. Потому что летом, не сочтите за профессиональную ревность, на Стриж-песках журналисты – частые гости. Оно и понятно. Красивая картинка, хорошая рыба. Но, во-первых, летние-осенние кадры в архиве нашей программы есть. А во-вторых, зимой работу бригады Михеева толком никто не снимал. И мы едем зимой. Рыбачить на чварах. Для людей непосвященных это просто таежное озеро. Местные его называют Чвор. Чвор – это озеро, которое соединяется истоком с какой-нибудь рекой. В данном случае это река Парабель. По большой воде весной и осенью по малой воде этот чвор перегораживает, чтобы рыба оставалась в озере. И тогда зимой в дело вступает рыболовецкая бригада Андрея Георгиевича Михеева. Ставим дулевой запор. Каждый весь. Начало лета. Бывает, даже в шапках-ушанках сюда приезжаем, потому что так тепло. Вот забиваем дыра, ставим перекладину. Потом вешаем дель. Ну, дель — это сеть, я просто поясняю. Да. Для тех, кто не в курсе. Цепь могу показать, которую закатываем потом. Собаку на такую не посадишь. Нет, 25 метров. А цепь для чего? На груз. Наматываем, да, груз. Ну понятно, то есть при грузе. Олег, я правильно понимаю, что это все вот это вы ставите тогда, когда вода уже остановилась, да? То есть да, она вот не вода идет ни в озеро, ни в реку. Да. И вот в это вот время надо успевать. Главное это время не проморгать, не проворонить. Вот постоянно здесь кто-нибудь находится, дежурит, сюда ездит, смотрит, как течение, куда, туда или отсюда. Вот только остановилось, все, звонок и полетели. Как правило, это по срокам с плюс-минус день, два, три? День. Это запор юнговый. Ставится уже ближе к осени, август месяц, чтобы здесь оставалась рыба, размножалась рыба. Как? Ну, ставим руками. По пояс в воде, когда и раздеваться приходится некоторым штатским. Кто повыше, у кого сапоги подлиннее. Вот если взять год, вот в году вы сколько работаете? Да, если по часовой взять, то вообще без перерыва. Скажу по советскому уровню, как вообще у рыбака, так, режим работы. Вот, значит, ну, возьмем вот сейчас с осени. Вышли мы на работу, на рыбалку, и все, и всю зиму так. Рыбалка, рыбалка, потом уже ближе к весне. Думаешь, ну, елки, ну, скорее бы отарма, скорее бы на отарму уже. На отарме, а в основном ночью на отарме работаешь.
Вот. Неделя прошла, да когда же эта рыба кончится? Когда же эта рыба кончится? Любопытно, что в роду Михеевых всегда было некое разделение по интересам. Одни любили охоту, другие – рыбалку. Георгича охота вот как-то не зацепила, хотя отец подарил ему ружье, когда Георгич еще пацаном был. Михеев тогда отправился на весеннюю охоту на уток, взял двух селезней и одну уточку. Отец, увидев уточку, отобрал ружье у юного Георгича. В общем, с охотой как-то сразу не заладилось. Почему вас охота не зацепила? Да не знаю даже. Я... Вам же отец еще мальчишкой ружье подарил. Да вот. Пытался он меня по тайге таскать, но не зацепило, не мое это. Не знаю. Я спортом занимался, в школе учился. Причем так результатов добивался нормальных. Был чемпионом района по лыжам. Второе место на области занимал. Как-то может, что в спорт больше ударялся. База бригады – бывшая деревня Кедровый мыс. Самая большая изба рыбацкая. В бригаде Георгича, кроме его самого, 5 человек. Быт прост и незатейлив. Впечатляет лишь солидная библиотека в избе. Как видите, здесь любят фантастику. Помимо мужиков, в бригаде пашут еще несколько коней. Это незаменимые труженики для подледной рыбалки. Но пока их время еще не пришло. Сейчас на первый лед коней не берут. Высока вероятность провалиться. И вообще, коней рыбаки не сказать, чтобы холят или леют, но берегут. Еще старики, вот они рыбачили, конями рыбачили на конях. Они на конях только возили. На рыбалку приедут. Коней тулупами закрывали, а сами на себе не вода тащили, вот как сегодня мы. Но зимой из-под метрового льда на своей спине невод не утащишь, так что Рыжий и его компания еще наработаются. А пока лучший конь – Мишин вездеход. Утро в бригаде начинается с рассветом. Вставать затемно смысла нет, рыба никуда не денется. Светового дня на 1-2 тонны хватит за глаза. И снова мы в эфире. Полтора года без телевидения, это грустно. В телекамеру мужики привычные. Единственное, о чем прошу их, не материться, не курить в кадре. После одной из телевизионных съемок Олега Прохорова, к слову, называли романтиком. Просто потому, что на вопрос, что его держит в бригаде, он и сейчас отвечает. Все романтика все это. Какая это романтика? Какая? Так вот ради этого тут и рыбачим. Это, говорю, главное в процесс втянуться. У нас вот бригаду возьми же, молодых никого. И все уже отрыбачили по 10 и больше лет. Люди привыкшие, как бы они уже без этого не могут. Втянешься в этот процесс, все, его уже бросить. Я вот уходил на время с рыбзавода, а все равно тянуло. И каждый год нет-нет, не сюда приеду, так на Тарму приеду, на Стрижпесок приеду. Все равно приезжал. Андрей Георгиевич Михеев слову романтика предпочитает слово... Свобода. Просто не надо, допустим, ровно к 9 там вставать куда-то там. Встал, значит, посмотрел на улицу, ага. Темно, еще работать рано. Поднялся, отработал. И на природе все время. Часов 10 утра выдвигаемся на один из чваров. Ездим по озерам, на которых уже сидят десятки рыбаков. Андрей Георгиевич этих людей не любит. Местами даже кажется, что очень не любит. Причина проста и понятна. Каждый человек с зимней удочкой отбирает у бригады Михеева часть зарплаты. Только не надо вот этих, мол, да сколько они там поймают, от этого бригада не обеднеет. Это Сибирь, друзья мои. Фраза о том, что рыбалка считается удачной, если количество пойманной рыбы хотя бы на одну штуку превышает количество рыбаков, эта истина здесь не работает. Азарт и аппетит рыбаков у нас в Сибири сопоставим с сибирскими просторами, то бишь безграничен. 30-50 килограммов окуня за день на одного человека легко.
Приемная цена рыбозавода 50 рублей за килограмм. 30 кг на 50 ре – 1500 рублей в потенциальный минус доходов фрегата. Ежедневно, если по 3 тонны будут уносить рыбы. Что-то прям по 3 тонны ежедневно уносят. Ну, посчитайте. Вот 30 человек по мешку. В мешке талой рыбы больше 30 килограмм. Ну, тонна есть. А их вот завтра посмотрите. Завтра их здесь будет 80 человек. А послезавтра 150. С момента съемок 10-летней давности Андрей Георгиевич, конечно, изменился. Не внешне, нет. Спортивная юность настигла с возрастом коленные суставы. И теперь Георгиевич ходит с тростью, сам лично невод не тащит и, шутя, называет себя консультантом. Но контролирует все от и до. На озере лично отмечает места, где нужно бить поды. Проще говоря, лунки или проруби для прогона невода. Да и сам невод заставляет перебрать. Олег и Миша, видимо, отвлеклись на нашу камеру или нашего оператора. С утра немного неверно уложили невод. Олег! Иди переворачивайте невод. Вот, вот, внутрь. Да. Ну да, все правильно. Маленько неправильно набрали, Олег. Отловил совсем. Набит меня тут бригадир. Че есть мочи? Хорошо палкой не бьет. Тут он вообще стоит, молчит, всякую ерунду про нас думает. Эх, еще бы слезу мужскую пустить. Олег Прохоров, весельчак и балагур, по совместительству бригадный повар. И есть еще у него одна особенность – периодически купаться, провалившись в прорубленные поды. Каждый год. Каждый год. Да. Будет вот на озере одна пода где-нибудь, найду обязательно. Но при этом ты сказал, что если провалился, значит будет улов. Да. Хорошо. Это, кстати, я сам не замечал за собой, это вот они приметили. Я как бы, ну, провалился, домой быстренько съездили, тут озеро так, в принципе, рядом. Переоделся, переобулся и на рыбалку. Я как бы и не замечал, а оказывается, так оно и есть. Когда видишь работу бригады, так и тянет произнести изрядно заезженное. Работают профессионалы. Хотя, по сути, так и есть. Сначала бьют прорубь, которая называется запуск. Тут все понятно, отсюда будут запускать невод. Затем в определенном порядке бьют поды. Затем делают прогоны. От поды до поды запускают длинную жердь с привязанной к ней тягой. Это веревка, за которую тянут невод. Первый лед не более 10 сантиметров. Делать поды довольно легко. Несколько ударов пешней, с очком вычерпать ледяное крошево, и дело сделано. А вот когда лед станет толщиной в разы больше, поды будут бурить вот такими бурами, которые пока ждут своего часа на базе. А пока мужики работают, мы с Андреем Георгиевичем расскажем вам о золотой рыбке. Друзья, нисколько не шучу. Георгиевич листает свой смартфон, чтобы наглядно проиллюстрировать события августа 2008 года. И вот она, золотая стерлядь. Ни хрена себе! Это чудо длиной 35 сантиметров и весом чуть более 300 граммов попало к Георгиевичу случайно. Недалеко от стрижпеска, на котором тянула свой невод бригада Михеева, рыбаки ставили морды, плетенные донные ловушки. В одной из них и оказалась эта золотая рыбка. С ней хотели поступить отнюдь не сказочно, просто сожрать. Михеев не дал. Ребята приезжают, смотри, диковина какая. Ну, выложили ее на стол, положили на разделочный, где повариха там рыбу чистит. Посмотрели на нее. Ну, что с ней делать будем? Да давай съедим чушью. Я говорю, нет, давайте в закосок. В закосок опустили ее, загородили. Научники должны были приехать. Я говорю, вот у них спросим, что это такое. Да они приехали, ее в Северск увезли, и все. И никто ничего не сказал там, что она там, что как, никто не ответил. Забавно, конечно, но такую рыбу называют князьками, что по сути синоним слову «выродки».
Князьки попадаются крайне редко. В общем, нам неизвестно, то ли это стерлядь-альбинос, то ли стерлядь новой породы. Ну и раз уж речь зашла о рыбалке, то как обойтись без рыбацких рекордов? Вот это толстолобик. Да, не удивляйтесь, тоже пойван в Оби. Да мы его каждый год, толстолобиков, ловим. Господи. Но какого? 34,5 килограмма. Толстолобик? Да. А они 35 килограмм. В Средней Азии только живут, во-первых, в водоемах. Там Сыр-Дарья, Аму-Дарья. И самый большой экземпляр 35 килограмм. А у вас 36. А у нас 34,5. А 34,5, чуть-чуть не дотянули. И осетра поймали на 73 килограмма. Осетров давно хороших не ловили здесь, в Воробьеве? Позапрошлом году на 49 килограмм попадал один. Или наш сибирский, он не очень такой рекордсмен по этим? Ну, я застал тот период, когда разрешено еще было осетров ловить. И сам ловил, ну, за смену. 4-6 осетров мы ловили, сдавали. Естественно, по осетру обходилось за сезон всем в пайку, так сказать, негласно. Но основные такие вот были от где-то от 25 килограмм до 55. Хороший осетр. Сейчас мало стало или так же попадается нормально? Да, ну, сейчас вообще их нету. Когда бригада работает, в бригаде сухой закон. Еще раз подчеркну, когда есть работа, но она есть не всегда. К примеру, жахнут морозы и все, бригада без дела. Нет, конечно, работа здесь есть. Обслуживание техники, починка снастей, заготовка дров, сено для лошадей, но речь именно о рыбалке. Все же она основной источник дохода. Если рыбалки нет, то и сухой закон может слегка подмокнуть. Сам Андрей Георгиевич давно не пьет и к пьянству относится соответственно. Но за каждым не уследишь, и чего уж греха таить, мужики порой срываются. К вам в бригаду сложно попасть? Как? Да, я стараюсь пьющих избавляться. А вот когда вы вот работаете вот так, сухой закон? Да. Или позволяете иногда? Нет, потому что народ испорченный весь уже этим нарзаном. Так что если чуть попустился, значит, он завтра уже не придет на работу. Ну вот у вас есть люди, ну, с которыми вы там десятками лет работаете, ну, по много лет уже работаете. Ну ладно, вдруг у него там праздник какой-то выпил, что вы ж не выгоните ее? Ну нет, конечно. Ну, а сейчас уже выбора нету. В принципе, глаза закрыл, но они сами понимают, что из-за одного нету, значит, вся бригада сидеть будет дома. Я смотрю, вы пьянку не любите прям сильно. Да, я потому что сам прошел через нее. Но я не пил так, как они пьют. Я пил, мне надо было покуролесить, где-то куда-то пойти, там поплясать, попеть, подраться. Они как пьют сейчас? Глаза открыл, дотянулся, если есть, выпил. И опять спать. Ну, это что, пьянка. Так издевательство над организмом. Можно вопрос про дисциплину, да? То есть, пока вы работаете, сухой закон? На работе, да. На работе. Можете? Ну, Георгий сказал, что можете вы периодически. Да, да. А, прямой вопрос задам опять же. Ну, вот, допустим, ушел ты в загон, ты же бригаду сюда будешь. Да, бывает. Поэтому говорю, если я ушел в загул, меня за шкирку и сюда. Все. Потому что дома я из загула не выйду. Нет, выйду, но через неделю-две. А здесь 2-3 дня, да даже и этого не проходит. Все равно на работу выходишь, шевелишься. Организм в норму приходит, чувствует все. Сегодня работа есть, и, честно скажу, в предвкушении первой тони настроение у всех приподнятое, азартное.
Олег Прохоров сыплет шутками налево и направо. Георгич, как обычно, строг и внешне невозмутим. Но, каюсь, прошляпил я хороший кадр. Когда последние метры невода уходили в запуск, я акцентировался на них и только краем глаза заметил, как Георгич перекрестил невод. Немного позже я спрошу его об этом, но пока начинается самое интересное. На двух снегоходах невод тянут до притона, проруби, из которой будут выбирать и бредень, и рыбу. На последних метрах снегоходы бесполезны. Тягу, то бишь веревку на плечи и вперед. Все в ожидании, сколько будет рыбы. И когда матка показывается из притона, на лицах рыбаков появляются улыбки. Георгич, я заметил, когда последние сантиметры бредня там ушли, вот, вы лунку перекрестили. Да. Это привета или как? Привета, да. Вы крестили лунки? Ну. Ну, сейчас не зря крестили? Нет, конечно. Георгич скромно оценивает улов, ну, где-то по тонну. Обычно, кстати, рыбаки преувеличивают, но в данном случае преуменьшает Георгич немного, чтобы фарт не спугнуть. Когда невод сегодня показался из воды, вы начали улыбаться. С утра бурчали, а потом улыбаться начали. Первая тонь удачная? Удачная. Какие-то приметы у вас есть, что если первая тонь удачная, значит дальше все пойдет хорошо? Или это не всегда зависит? Я вообще по гороскопу рыбак. Рыба. Так что честно говорю, первых тоней неудачных у меня в жизни не было. А вы вообще суеверный человек? Есть какие-то свои суеверия? Да нет, я... Ну, дело прошлое, вот заяц. Обыкновенный заяц. Я не верил этому. Вот старики, вот с которыми я рыбачил, начинал. Едем на рыбалку. Ну, заяц дорогу перебежал. Я разворачиваюсь и поехали домой. Не верил этому. Убедился, раза два убедился. На собственном опыте. Да, честное слово, нисколько не вру. Заяц попался, все, разворачивайся. Толку не будет. Я первый раз такое слышу. Ну, а про черную кошку все знают, но про зайца. Не, черная кошка – это для меня удача. У меня дома две черных кошки. Первая тонь для бригады успешна. Рыбы больше тонны. Ее черпают и валят в нарты и сани, засланные укупорками. Это сетки, чтобы рыба не рассыпалась при перевозке. Две нарты снегоходов под завязку и полные сани. Видавшие виды бураны не могут самостоятельно сдвинуть нарты со льда, поэтому в дело снова идет грубая мужская сила. Олег и Михаил толкают заполненные рыбой нарты. Сани цепляем за вездеход. Ну и как обойтись без классической фразы? Возвращаемся домой уставшие, но довольны. Хоть бы руку на друга положил, а? Хоть другое положил. Рыбу разгружают в посад. В идеале в посаде пол должен быть ледяным, но пока снега мало, заливать нечего. Поэтому расстилают полиэтилен и уже на него сваливают улов. Ближайшие дни обещают оттепель, поэтому Георгич звонит на рыбзавод и просит транспорт вывезти рыбу, чтобы не испортилось. Следующим утром через разбитую дорогу прорывается газель, и бригада начинает наполнять мешки, сортируя улов. Щуки отдельно, чебаки отдельно, крупный окунь отдельно. У каждой рыбы своя цена. Самая дорогая щука – 60 ре за килограмм. Часть чебаков бригада отправляет на жареху. Рыбу, несмотря ни на что, здесь едят и любят. А теперь о грустном. Ну, не то чтобы о грустном, но веселого мало. О будущем профессии как таковой. Безоблачным его назвать сложно. Я еще застал то время, когда в каждой деревне были бригады. Я еще это застал. Я начинал рыбачить у Ласкина. Это выше по Оби, остров есть. Андрей Георгиевич, вот еще Басмасова начинал рыбачить. Это еще дальше. Это везде были бригады, по-моему, 18 или... 16 ли бригад был? Деревни исчезли, понятные бригады исчезли.
А угодья-то остались, а рыбачить некому. Рыбачить некому. А почему, на твой взгляд, такой вот, ну, не спад, ну, нежелание? Ну, рыба же, ну, казалось бы, всегда, хоть какой-то, но все равно стабильный доход. Вот смотрите, вот каждый год, да, особенно на стриж-песке, очень много молодых обучаешь, как бы. Учишь, объясняешь, а в результате из молодых-то никто не остается. Может же наступить такой момент, что вообще бригад не останется? Запросто. Запросто может наступить момент. И кто здесь рыбачить будет, я не знаю. И будет ли вообще? Да, и будет ли вообще. И все это зарастет, затянет тина, и будет здесь не озеро, а болото. И все. А вот свой опыт есть кому передавать? Ну вот помимо вот ваших ребят, которые здесь сейчас. Ну, скажем так, они тоже уже не мальчишки. Ну, вот на стрежписке, допустим, на большой рыбалке. Вот смешно и даже с какой-то стороны даже стыдновато это говорить. Таджикам приходится передавать опыт. Почему свои не идут? Своим вот подошел я рыбачерем в моей бригаде, умеют рыбачить, ну, то, что показали им. Подошел к одному Женя, что делать, ничего не делать, пойдем на рыбалку. Зачем? Тебя пить нельзя. Я пойду вот завтра, день пролажу, пару мешков шишек наберу. Я 4000 возьму, мне на неделю вот так вот бухать хватит. Вот профессия умерла это. Вот по пресноводной рыбе я точно говорю, что эта профессия умерла. Это берут кого попало, 2-3 человека маленько понимают, знают и все. Забавно, но никто из мужиков так толком и не ответил мне, что их держат на этой работе. Романтика и свобода – слова красивые, конечно, но про деньги вы тоже, думаю, все поняли. 20-25 тысяч в месяц – далеко не предел мечтаний. Что сказать насчет будущего? Мужикам виднее, они большую часть жизни на этой работе, но при этом для своих детей и внуков такой жизни не желают. Вы для своего внука такой же жизни хотите или нет? Да нет, постоянно нет. У меня вот сын, пока маленький был, он со мной рвался везде на рыбалку. И летом со мной, и сюда приезжал, и здесь вот раньше, ну сейчас чуть попозже по времени будем на конях тянуть. Так вот все он у меня вожжи забирает и сам, но Вася, тянет. Пока мы с Георгиевичем там веревки перебираем, жерть гоним, он на коне. А сейчас вот сколько его зову, то ему некогда, то ему в армию надо срочно опять. А ты, положа руку на сердце, чё, хочешь для сына такой же судьбы, такой же жизни? Да нет, не в этом дело. Ну, чтобы хотя бы знал, как все это делается, как все это добывается, как это достается. Вот. Ну и на всякий случай, мало ли что, времена такие. Чтобы хотя бы мог добыть что-то для семьи. Олег Прохоров не был бы самим собой, если бы после этого трогательного монолога не добавил бы еще несколько слов о рыбалке как таковой и о будущем промысловой рыбалки в целом. Да мне вот, если честно, последние уже 20 с лишним лет, ну считай, как сюда приехал, все жены тоже помешаны на рыбалке. Вот их, правда, две было, с одной 15 лет прожил, вот с этой уже 8, 9-й год идет. И вот тоже все помешаны на рыбалке. Покажи удочку, говорить ничего не надо, все, пошли. Повезло. Ну, здесь, наверное, я не знаю, наверное, скоро надо будет женские бригады набирать. У них больше тяга к рыбалке, чем у молодежи, у мужчин. Вот. Надо, кстати, насчет этого подумать. Андрей Георгиевич, повторю, все чаще называет себя консультантом. Мол, он только следит, чтобы все было сделано правильно. Но без него практически невозможно себе представить бригаду как таковую. Да и он не очень жаждет валяться на диване и пялиться в экран телевизора. Хоть вы сами себя, шутя, и называете консультантом, да?
Но видно, что это, ну, это ваша жизнь и так далее, и так далее. Разве я не прав? Прав. Прав. Так что у вас, почему вам дома не сидится? Живот наращивать дома сидеть. Я просто по отцу расскажу, значит, мать все время на него наезжала. Ну ты, он фронтовик, все, вот бесплатные путевки. Что ты сидишь дома? Ну съезди ты куда-нибудь, все. Правда говоришь, наверное, поеду, съезжу. Но начинает там что-то копаться в своих ящиках, чемоданах. Она, ну ты говори, что тебе положить, я сам положу. Все, не сильно далеко ехать-то. Ну и куда ты поедешь? На курорт куда? В Щуку поеду. Это деревня бывшая Щука. И на Чистый Яр поеду. Вот так у меня это курорт. Андрей Георгиевич тоже не смог ответить на простой вопрос. Зачем ему все это по-прежнему нужно? Или смог? Да я не знаю сам. Честное слово. Ну, может, что, чтобы о чем-то голова болела, что-то там, это самое, переживания какие-то были. Не знаю сам. Мне же никогда не хотелось все бросить, чтобы голова уже ни о чем не болела. Да пытался я бросить. Все равно тянется, да. В душе-то вроде как молодой.